Саратовской области больше 20 человек попали в больницу с обморожением. В регионе сильные морозы. Как рассказали информагентству «Саратов-24» в Минздраве, у всех пострадавших разная степень поражения. Большинство жертв мороза – это бездомные. По словам медиков, статистика по таким травмам из года в год практически не отличается. За зимний период в ожоговый центр поступают больше 100 саратовцев. Специалисты напоминают, при первых признаках обморожения нужно вызвать скорую. В среду 17 февраля занятия для учащихся со 2 по 11 класс отменили. Чиновники уточнили, что это касается первой и второй смен школ областного центра. Как сообщили в мэрии, связано это с аномальными морозами. Напомним, что занятия для учащихся первых и шестых классов отменяются при температуре воздуха минус 20 градусов Цельсия и ниже. Для учащихся седьмых и одиннадцатых классов при температуре воздуха минус 25 градусов Цельсия и ниже. Сегодня школьники 40 районов области также не пошли на уроки. Спикер Госдумы затронул вопрос реконструкции старой набережной. Вячеслав Володин призвал местные власти сохранить ее исторический облик. Об этом он говорил во время своего визита в Саратов. «Ваша задача не только сделать реконструкцию, но и сохранить исторический облик набережной. А это значит и фонари, и облицовку», – отметил Володин. Также он рассказал о планах по продлению набережной на 630 метров от 2-й Садовой до 3-го Дегтярного проезда.